11 сентября в 10:00 в храме Покрова Пресвятой Богородицы города Копейска состоится семейный праздник, посвященный осеннему дню памяти святых князей Петра и Февронии. В программе мероприятия выступления, игры, конкурсы, мастер-классы по изготовлению аппликаций, поделок, вышивок, лепки. День памяти святых супругов Петра и Февронии Муромских, покровителей семьи и брака, отмечается 8 июля и в воскресенье, предшествующее 19 сентября. По словам летописцев, их брак был образцом супружества. В преклонных летах, приняв монашеский постриг с именами Давид и Ефросиния, они скончались в один день и час, 8 июля 1228 года. С тех пор на протяжении нескольких столетий они служат образцом для православных супругов. Приглашаются все желающие –